Привет, друзья! Здравствуйте, родные мои! Что-то на меня опять насыпалось. У меня случайно выключилась камера на предыдущем ролике, поэтому я продолжу. Итак, я нахожусь внутри форта Святой Джон, форта Святого Джона, который был построен португальцами, затем разрушенный голландцами и восстановленный ими же. За моей спиной видны 5 пушек, на каждой из них написано название города Амстердам, а также выгравирована дата 1706 год. Они отлиты из бронзы в начале 18 века и до сих пор стоят здесь. И очень хорошо сохранились. Здесь, кстати, есть еще даже камера слежения. Вот здесь вот за моим ухом есть камера наблюдения. Я нахожусь в городе Малакка, население которого составляет около 1 миллион людей. И прекрасный кондоминиум бело-голубой за моей спиной, а также современные небоскребы. Малакский пролив находится также за моей спиной. Я опять-таки нахожусь в Западной Малайзии. Уже 5-й месяц практически в Малайзии, дискретно, то есть не постоянно. Вот как-то так. Все хорошо, путешествие продолжается, впереди еще много интересного. Сейчас попробую то же самое сказать по-английски. Hello guys, now you can see me and on my background 5 cannons from bronze. It is a date on them, date 1706. They was built by Dutch people in the beginning of 18th century. Dutch people destroyed this fort after Portuguese people and renovated again. This fort was built by Portuguese people in medieval centuries. Portuguese people was in charge of Malaysia, ancient Malaysia, about 300 years. After that, Dutch people came and kicked them away, destroyed everything, and after renovated again. On these cannons you can see the name Amsterdam and the date 1706. It's mean beginning of 18th century. I'm in Melaka City, Western Malaysia. The population is about 1 million people. Very nice city, full of tourists and full of tourist heritage places. My name is Oleg Petrov. I'm Ukrainian traveler who have been traveling for a year all around the world almost for free. Please sign through this channel and to my Instagram, Oleg Petrov, artist. Oleg Petrov, WF, artist. It's my Instagram. Please sign it and subscribe. See you later, guys.